любимому своему мужу ужин приготовить, короче. Картошечку сейчас на толченку поставила, сейчас курочку обжарю, под рис буду делать. Ну, мне все равно надо, чтобы покипело, сейчас можно лук уже спустить. Морковки сейчас натру. А потом, кстати, специи в картошке добавлю. Муки. И все нормально. Будет у меня ужинать. Да, это все обжаривается. Хочу две ложки муки. Сейчас с водичкой замешаю для густоты, потом блин. Чтобы комочков не было. Вот картошечка у меня уже минуток 5 и готова. Подлив тоже. Сейчас вот еще добавим этого. Еще перца болгарского сюда добавила, ловушечки. Потом муку еще вылежу для густоты. Приправы добавила. Сейчас еще зелень еще добавлю. Все, и будем мужа кормить. Пусть ужинает. Пусть пузо ростит, короче. Но еще будет ровно, чики-пики.